Вопрос создания интернет-церкви, вопрос создания виртуальных церквей. Мы все понимаем, что существует виртуальный мир, хотим мы его или не хотим, он есть. Он как духовный мир, его не видно, но он есть. И вот в последнее время такие интересные тренды появились. Появление церквей, вот виртуальных церквей, виртуальных общин, даже радиоцеркви, телецеркви появились. И мне интересно ваше мнение вообще, насколько это хорошо, насколько это плохо, насколько пойдет ли это дальше глубоко, и у нас будут что теперь, виртуальные богослужения? Ваше мнение? Они уже есть, это просто факт. И здесь не встает вопрос, хорошо это или плохо. Вопрос может быть только в одном. Как скоро это появится в моей общине, как скоро это появится в моей церкви, как скоро это появится в моей деноминации? Потому что это неизбежность, это тенденция времени. То есть ты думаешь, что все будет постепенно переходить в виртуальный мир, и церкви перейдут и перелезут? Скажите, вот в вашей церкви все является молодежным служением? Нет, не все. Нет. Все является служением для пожилых людей? Нет. Нет, не все. Ваша Но у нас церковь в реале, у нас церковь не виртуале. То же самое здесь. Церковь виртуальная – это одно из служений реальной церкви. То есть оно не является заменой, мы можем тогда так сказать. Ну, а я смотрю на факты появления замены. Когда мы говорим о страничке церкви, где транслируются проповеди пастора, это одно. Когда мы говорим о виртуальных богослужениях, о виртуальных литургиях, о виртуальных всех делах, тогда... Это же у нас замена, но только это замена для тех людей, кто не имеет возможности, либо по каким-либо другим причинам не может посетить обычную церковь. Или желание. Или желание, может быть. Просто не хотят. Они говорят, а я вот член телевизионной церкви или там интернет-церкви, мой пастор находится вот непонятно где, там в какой-то другой стране. Вы знаете, когда есть возможность, даже не вопрос желания, а есть возможность, мы делали такую вещь. У меня церковь хорошая, большая, все классно, богослужение проходит, множество собраний в воскресенье. Вот мы, когда одно время начали делать прямые эфиры, вдруг мы стали замечать редеющие ряды. И потом Саша, а где был? А говорит, а я с вами был. Как ты был с нами? Ну, я же смотрел в прямом эфире. Я вместе с вами участвовал. В пижаме, с кружечкой кофе. Сидел в воскресенье на своем диване, почесывал затылок, говорил «Аминь!» И все вживую, лайв. Я могу сказать, что, возможно, нужно было провести предварительный инструктаж для людей и объяснить им приоритеты, чтобы не было подобных негативных явлений. Я могу провести, кстати, два классных примера. Я извиняюсь. Пример. Мы были в Израиле. Мы ведем прямой эфир из гостиницы. Арендовали в гостинице актовый зал на 500 человек. У нас группа огромнейшая. Еще местные пришли верующие из местных общин израильских. И вот мы начали прямой эфир. И в гостинице есть телеканал CNL. Они тоже ретранслируют. Получается, что мы здесь в зале на первом этаже, а на всех шести этажах в каждом номере светится прямой эфир. Мы проповедуем, молимся, а смотрим, зал редеет и редеет. И не местные уходят. Местные-то приехали издалека. А уходят наши. В номера расползаются. Там кондиционеры, там хорошо. Там хорошо, там и пожертвования не надо давать, и все классно. Здесь, видимо, надо мудрость иметь. Я могу привести пример одной небольшой церквушки пресвитерианской в Шотландии, в деревне Лас, которая, у них была свадьба какая-то, и нужно было эту свадьбу транслировать, потому что некоторые люди, родственники, не могли попасть. Но они сделали трансляцию, людям понравилось в интернете, и начали присылать церкви запросы, не можете ли вы выставлять свое богослужение, потому что было много шотландцев, живущих там в Америке. Угу.
других частях света, которые хотели на своем каком-то специфическом языке, со своими традициями видеть богослужение. В результате у них служение превратилось в 10-тысячную паству в интернете, которых каждую неделю смотрели. Еще интересный факт, что это привело к увеличению реальных верующих. То есть церковь насчитывала 200 человек, она выросла за несколько лет до 400 человек. То есть это прекрасное... И, Саня, заметьте, это... 400 человек в реале и 10 тысяч людей, которые через интернет присутствуют в церкви. Или американский, по-моему, да, американский авианосец, у которого не было капеллана. Там было 5 тысяч военных. Они сказали, можно будем транслировать ваше богослужение, чтобы это как была такая духовная подпитка. Это что, новый тренд? Это все новое направление? Ну, люди разъезжаются. Мы живем в глобальном мире, где люди ездят по всему миру. Огромное количество, например, латышей живет в Англии или в Ирландии. Они, да, может быть, ходят в местные церкви, но там другой язык, достаточно чужой. Не все знают в совершенстве английский язык. И молиться все-таки нужно на своем языке. Например, я знаю, что многие католики русскоязычные в Латвии слушают трансляцию богослужения из Петербурга на русском языке. Почему? Чтобы слушать проповедь на своем родном языке. Хорошо, тогда получается главная фундаментальная истина о том, что церковь – это что? Как переводится? Собрание. Слово «собрание» – это собирание. То есть это остались только святые, которые не собираются, которые просто подключение. То есть церковь, как если из греческого говорить, подключенные люди. То есть у них есть широкополосный интернет, они подключились, и все, поехало. Все теперь замечательно. Знаете, Максим, я против вот такого подхода, я скажу честно. Я за интернет-церкви, обеими руками за интернет-церкви, и даже за телевизионные церкви. И даже за радио церкви. Почему? Потому что в наше время существует огромное количество людей, которые живут либо в тех местах, где с церквями проблемы. По разным причинам. Это может быть политически, а может быть просто географически. Половина населения Земли живет в деревнях. Угу. Далеко не в каждой деревне есть большая хорошая церковь. А даже если есть, далеко не в каждой деревне человек может получить... А с появлением виртуальной церкви эти маленькие церкви вообще закроются? Я скажу, зачем нам нашего пастора? Зачем вы слушаете? Может быть, тогда дедуля подумает, может быть, что-то изменить у себя в церкви? Может, как-то проповедь повысить качество? Опять же, церковь ведь не только проповедь. У вас вполне возможно будет мотивация. Знаете, церковь – это не только проповедь. Ведь церковь – это еще и собрание. Молитва, там, возложение рук. Именно собрание. Как ты можешь пережить вот это, когда все начинают молиться вместе, соединяются вместе, берутся за руки. Это нельзя виртуально заменить. Нет, я с вами соглашусь. И получается, для действительно живого христианина, для него есть различие между собранием реальным и собранием виртуальным. И, скорее всего, проблема не столько в интернет-церкви и в интернете, как в том, что есть просто номинальные верующие, либо слабые верующие. Поэтому они как бы отходят. То есть, я возражу вам. Можно возразить? Потому что христианцы, мы укрепляемся от соприкосновения. А когда же мы идем виртуально, всего лишь поток информации. Церковь – это не поток информации, где двое или трое. Это фундаментальная христианская истина. Соберутся, и там я буду среди них. Не подключатся, не услышат. Конечно, Господь рад, что ли. Он говорит, я с вами буду. Но соберутся, что-то происходит. Слово «магия» нельзя сказать, но что-то божественное, вот такое непонятное. При соединении верующих вместе приходит помазание Святого Духа, приходит сила, приходит соединение. Мы проводим группы в Скайпе, да, где собираются люди. Мы вместе, мы делаем очень простые вещи, там адаптированные такой вариант изучения Библии. Мы имеем в виду адаптированные для вот когда ты человека не видишь. То есть мы собираемся, мы читаем место Писания, потом каждый по очереди высказывает, там есть определенная схема. Так вот, когда мы молимся, я получаю точно такое же помазание, как когда если бы я молился в реале. Потому что люди не просто запись мою смотрят, они смотрят, слышат меня в реальности. Я в пасторском чаще участвую, я не чувствую никакого помазания, потому что каждый говорит, что хочет. И знаете, как я голосую? Я просто выключаю скайп и не участвую в этом чате. Нет, ты там пишешь. А когда ты слышишь человека голосом, мы вместе говорим. Когда смиряться надо, вот, например, я сижу, слушаю, выступает какой-то человек, он мне не нравится, но в этом-то и вырабатывается характер, я сижу, я смиряюсь, в виртуальной церкви не нравится, выключил, и тогда мы будем подбирать тех людей, которые нам нравятся. Не, кстати, вам нравится, а потом следующее воскресенье пойду в другую церковь. Тоже. Виртуальную? Нет, я скажу, если в реале, вот я скажу, сижу в одной церкви, мне не понравился, пошел в другую. То есть, хорошо, разные проповедники, один меня питает, другой не очень питает, но это давайте так, могут ли тогда
надо быть виртуальные семьи? По вашей логике. Что такое семья? Это собрание двух человек. Мужчины и женщины. Мы же не говорим, что должна уйти традиционная модель церкви. У них подключение должно быть телесное, а не интернет-подключение. Я являюсь прихожанином конкретной церкви. Очень конкретной церкви. Но она латыязычная, латышская церковь. Я понимаю на своем богослужении процентов 40 того, о чем говорится. Так получается. Я очень люблю этих людей. Я люблю своего священнослужителя, своего настоятеля. Но при этом я все-таки не получаю полное питание. Я очень люблю эту церковь. И мы вместе молимся, мы вместе общаемся и так далее. Но все-таки я при этом еще участвую в двух как бы электронных собраниях, через радио и через интернет, где я получаю то, что не могу получить здесь. Но это не означает, что я стал дальше от этой церкви. Есть объективные причины, я не все понимаю. И они это прекрасно понимают, что я иностранец. У меня другой язык, у меня другая культура и так далее. Знаете, но я вхожу каждое воскресенье в реальную церковь. Я понимаю, а потом да. слушаю в интернете. А со временем, может быть, ты не будешь ходить в реальную церковь? Нет, буду. Что произойдет? Ваши дети, вот представьте, я прихожанин в виртуальной церкви. Я каждое воскресенье утром сажусь за компьютер, одел пижаму, все сел, смотрю, там вижу счастливое лицо улыбающего пастора. Рядом параллельно еще у меня 3 IP-адреса или 3 ссылки на 3 другие церкви. И вдруг пастор начал говорить, что-то не нравится. Ну, вот там я, например, выпиваю, да, и он говорит, вот вы пьете, и он, ой, не нравится, давай переключим. Он мне рассказывает про благодать, другой пастор. И ты объявляешь, я выхожу, клик, выйти из церкви, потому что проповедь не нравится, не услаждает моему слуху. Да, не нравится, да, не нравится. Переходишь в другую церковь, а там не нравится. Он как он сегодня хорошо проповедовал. Да. Теперь, что происходит с твоими детьми? Для детей... Папа и мама в церкви сидят возле мониторов и смотрят. Они не поймут, что они в богослужении. Почему? Потому что, когда ты идешь, ты приносишь жертву. Ты идешь себя, тащишь в церковь в воскресенье утром, когда можно было поспать. Ты участвуешь в прославлении, ты слушаешь всех. Ты свое тело засунул туда, ты свою биомассу привел туда и смиряешься, стараешься выглядеть лучше, для Господа приходишь. Если дети этого не видят, то следующее поколение, они вообще виртуальную церковь, они скажут, а пока родители там сидят в церкви, мы погеймим, поиграемся, постреляем кого-нибудь. Но ведь буквально в одной из передач мы недавно говорили о том, что дети на реальном богослужении занимаются тем, что чатятся на задних рядах. Это в тех церквях, где дети не подключены и слово не идет на их понятном языке. Дети Нет. американоязычные. А... Вот буквально недавно я видел в блоге одного из немецких авторов, да, ну, русскоязычных немецких, фотографию из немецкой русскоязычной церкви, где дети русскоязычные. Они говорят прекрасно по-русски. Вот, ничего подобного. Я был в Германии, русскоязычные дети в Германии с трудом говорят по-русски. Я с вами не согласен, вы так гиперболизируете эту ситуацию. Все-таки, если мы говорим о собрании церкви, да, пусть, допустим, человек, он пропустит 2-3 собрания, может быть, 4 месяца, но все равно он со временем поймет, как он через это даже лучше осознает ценность. Виртуальная церковь заменит? Церковь. Заменит нет, или она, нет? Она не заменит никогда, потому что человек поймет, что ему нужно не просто послушать просьбу, ему нужно прийти, пообщаться с верующим после собрания, дать детей в воскресную школу, именно. Может быть, молитву получить. И он поймет, что, да, это, конечно, классно, удобно с кофе сидеть возле экрана, но он поймет, что это комфортно, но это не то, что ему нужно. Это может, доверяет его а может быть, рождаются новые формы религиозности, откуда мы знаем. Если посмотрим историю. Средние века, Европа, католическая церковь, богослужение на непонятном уже в те времена большинству языке. Все-таки это были времена не Древнего Рима, который только-только вот принял христианство. Язык непонятный, богослужение проходит где-то там. Непонятные обряды, священник что-то себе под нос бормочет, прихожане занимаются своими делами. По большому счету. Там кто-то по четкам что-то читает, кто-то молитвенник читает. Пришла реформация. Изменилась форма религиозности, отношения с Богом. Они стали более личные. Они изменились и в католической, и в протестантской церквях. Да? Появилась уже обращенная проповедь на более понятном языке, какое-то участие в жизни общины, собрания. Пришли там времена 19 века, там пиетистское движение, уже домашние группы, более тесное общение, молитва друг за друга и так далее. 20 век еще там харизматическое движение. Может быть, мы присутствуем при рождении какого-то нового движения. Там в церкви поколение Facebook. Новая секта, виртуальная секта. Церковь постмодерна. Вот есть такой теолог Леонард Свит, который проповедует такое движение, как Emerging Church, или проявляющаяся церковь. Это когда церковь использует все инструменты там, постмодерна для того, чтобы нести Евангелие на понятном человеку поколения Google. Вот сейчас ты историю рассказал, вся история человечества связана с тем, что